Состоялся финал ежегодного конкурса «Мамочка-люберчаночка». В нем приняли участие 20 очаровательных жительниц округа. Девушки поразили жюри и зрителей не только обаянием, но и вокальными и танцевальными способностями, умом и смекалкой. В течение 2 месяцев конкурсантки участвовали в творческих и спортивных мастер-классах. Им предстояло реализовать социальный проект и блеснуть эрудицией в интеллектуальных играх. Для них все это стало настоящим праздником. Это кураж, это восторг. Это покинуть зону комфорта, но покинуть ее безопасно. Это грандиозные эмоции. Получаешь просто неистовый восторг. Раскрыть свой потенциал. Познакомьтесь с новыми девочками, показать себя, посмотреть на других. Мы научились танцевать, петь. Я никогда в жизни не пела, сейчас я буду петь. Нам любые преграды сейчас небольшие. Мы любовь принесем. Зрители увидели финальное дефиле и зажигательные танцы. Полностью раскрыть свой талант участницы смогли во время показа визитных карточек, каждая из которых как маленький спектакль. Лучшую из лучших выбрать было непросто. Основной акцент на общую картину. Это общую картину, так сказать. Актерская часть, мастерство их. Вот, ну и насколько серьезно они подошли. Это видно. Поддержка ощущалась не только в зале. За кулисами положительными эмоциями конкурсанток заряжали финалистки прошлых лет. Я участвовала в 2019 году. В прошлом году. Представь. Класс. Просто непередаваемые. Самое лучшее, что могло быть в декрете. 2 месяца, они просто незабываемые. После подсчета оценок жюри назвало имя победительницы. Юлии Миценко вручили сертификат на туристическую путевку в загородный 5-звездочный отель. Здесь она сможет провести время со своей семьей. Я думаю, что мы получили огромное удовольствие, наблюдая за мамочкой. Все такие, я вам скажу, задорные. Игривые несут такую хорошую энергетику, приятно смотреть. Идея создания конкурса принадлежит люберецкому сообществу «Мама офлайн». Праздничное настроение участницам и зрителям организаторы дарят уже 6-й год. Нам хотелось, наверное, дать мамам тот шанс, ту возможность вырваться из обычных будней, почувствовать себя где-то принцессой. Очень много, вокруг мам забывает о том, что она в первую очередь девочка. Что это определенная перезагрузка самой себя для того, чтобы идти дальше, развиваться. Этот конкурс зажигает глаза и дает мамам почувствовать себя девочки. В этом году из 60 человек 20 дошли до финала. Всего за 6-летнюю историю конкурса поступило более 340 заявок. В финале приняли участие 122 люберецкие мамы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.